Называется Фосформу. Это единственный в Анталии пляж, сделанный по принципу, знаете, пляжей Измира, лучших пляжей Чеşme, ну Чeşme это и есть Измир. Обычно на этих пляжах чаще всего можно встретить каких-то турецких знаменитостей, да, они очень любят отдыхать на пляжах из Чeşme, Бодрума, знаете, такие пляжи. Пляжные клубы, даже я бы так сказала. Вот мы сейчас с вами едем приблизительно на такой же пляж. Конечно же, туда нужен хороший купальник, мы не едем с вами валяться на песке, да. Вы знаете, я не люблю вот эти вот пляжи без условий, да. Не знаю, мне не нравится, когда ко мне льет песок, я нервничаю сильно. Итак, еще нам для этого нужен хороший купальник, конечно же, хорошее настроение. Что сколько стоит, мы сейчас ясно около, фактически нету около пляжа. Но зато здесь есть вале, вы всегда можете оставить свою машину и вале вам ее припаркует, потому что места нету совершенно. А здесь уже начинается парковка другого ресторана пляжа. Вау! Смотрите, здесь пляж с белым песком. Видите, белый песок аж серебрится. Короче, то ли песок, то ли снег, да? Don't know, but I believe that something